Подготовка к чемпионату мира ход нормальный. Комиссия ФИФА осталась довольна состоянием Лужников в преддверии Мундиаля. Арене присвоен зеленый статус, а это означает, что Россия выполняет все работы в срок. Мы очень довольны тем прогрессом, который достигнут как на самом стадионе, так и на прилегающей территории. Основные страсти на чемпионате разыграются именно здесь, и зеленая трава служит признаком того, что работы близки к завершению. Теперь делегация отправится в Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград и Петербург. Интересно, какой статус футбольные чиновники присвоят долгострою на Крестовском острове. Может быть, помогут со строительством? Как известно, новый подрядчик призвал навалиться на «Зенит-арену» всем миром, чтобы закончить все работы в срок. Я напомню, что Россия была названа хозяйкой грядущего чемпионата еще в декабре 2010 года. Мы одержали победу в финальном голосовании членов исполкома ФИФА. Турнир пройдет летом 2018 в 11 городах страны. Полуфинал будет в Москве и Санкт-Петербурге, а вот церемония открытия, стартовые и финальные матчи состоятся на Лужниках.